Здравствуйте. Подожду. Вы так похожи. Да, я в курсе. Вы, наверное, его брат. Кузен. Я скучаю по ним. Они приходили сюда по воскресеньям, всегда садились за тот же столик. Она никак не оправится после его смерти. Да, а это... Скучал по мне? Да. Молодец, спасибо. Прошу. У меня для тебя подарок. Да ну. Так. О, чудно. Что, не хочешь ее читать? Нет, я, в общем, очень хочу. Спасибо. Охота за головами? Это вестерн, и преступника зовут Чак. Главная героиня – загадочная охотница за головами, появившаяся однажды из ниоткуда. Как тебе название? Клевое, скажи. Грандиозное. Читай, давай. Я не могу читать и разговаривать. Читай. Ну вот, продолжаю. Еще читаешь? Да, еще читаю. Главное, представь, ладно? Напряги воображение. Пуля. Ну, тебе нравится? Она его убивает. Вот так номер. Ну, а после этого заявляет, что она прилетела из будущего. Скажи, потрясно! О, это... Почему героиня всегда является из будущего? Я верю в путешествие во времени. В будущем способ уже наверняка придумали. И сейчас люди из будущего сидят поблизости и нас подслушивают. И однажды я встречу на 100% уверена кого-нибудь из будущего. Даже не сомневаюсь. У меня еще один подарок. Вот это да. Что это? Тебе даровано интервью с вампиром. Региональным менеджером по продажам, мистером Фипсом, который набирает персонал в отдел менеджмента Тиллер Кинг. Завтра у него в отеле. Ну что ж, это хорошая новость, а письмо у тебя откуда? Из почтового ящика. Ты рылась в моей почте? Почему ты рылась? Это незаконно! Почему ты... Ты хочешь это обсудить? Да! Или ты хочешь провести чудный вечер, а завтра с блеском пройти собеседование? И позвоните мне, когда оно закончится.